Где мои деньги? Ага. Да я не раб! Приветствую всех ребят, видно, слышно. Слышно, видно. Звук пошел, все нормально. Привет. Сейчас будет попа-боль. Это игра легенда. Короче, ребят, я ничего не знаю вообще. Вы преступник без гроша в кармане и в рот. Извините, рабы на дне, что рабы, я могу быть рабом сразу? Вы опустились на самое дно, с вами никого, у вас нет оружия и одежды, вы голодные, потерялись посреди суровой пустыни, кишащей рабовладельцами, вы только что потеряли руку, руку! Да, не шутили, в натуре руки нет. Помогите! Рука фигня, главное яйца в порядке. Я считаю нормально, у меня тип улей. О господи, это кто? Это Бир? Зовут меня голый чел. Ничего не отчаюсь, еще и вторую потеряешь. Великая пустыня. Охуенно. О, лё, там дерутся. Пойдем с ними. Ща, я вам наваляю. Бей его. Че ты на него смотришь? Давай, бей. Так, ну смотри, я уже переоделся. О, оружие. Мы его добьем. Давай. Ваш персонаж голоден. Да ладно. А куда вы побежали? Можно за... Ууу, какие-то тараканы! Давайте, я на подсосе, короче. Ууу, да все, тараканы всех убили. Я туда не пойду. Это я продам это, если я это, конечно, смогу отнести. Вот, там какая-то херь. Иди в очко! Блядь, иди в очко! Ага. Ай, блядь, жук! Ёбаный в рот. Все. Загрузить игру. Автосейв. Я тут шел как раз, шел... Шел. Тут этот ебанчук меня убил. Жук! Да что ж вы хотите, а? Я так понимаю, там просто один какой-то жук сзади меня, которого я не вижу. Это очень... Просто затрахал, сук, жук. Понял. Ничего не буду делать. Встану тут. Да в рот. Нереально так стартовать, без руки, голодный, холодный, жуки везде, уже чуть, уже убили сколько, 5 раз. Только не ебите, пацаны. А, все, ладно, вместе идем. Как у вас город, как у вас принято в город заходить? Утешься тем фактом, что в тюрьме тебя будет хорошо кормить. Охуеть, ебать сходил. Можно меня покормить? Ля, еще кого-то принесли. Меня за то, что я бедный, отмудохали, арестовали и отнесли в тюрьму. Когда меня отпустят? Вообще отпустят ли? Запри замок и продай. Ля, я уже... Ты что, уебался, друг? Что ты делаешь? Осталось 2 часа. Нормально, все хорошо. Тренируемся. О! Меня выпустили из тюрьмы. Так, где у нас здесь бар? Давайте, короче, пойдем в бар, все это продадим, добро. Вон он, бар. И я продал? Я продал или нет? А, я продал. Где мои деньги? Съедобный брикет. Стоимость 718! Чё, у меня всего 1000? Пойдем сейчас кого-нибудь еще будем оббирать. О! Какать? Что там у жука? О, мясо. Они меня пустят? Или нет? Обратно. Я уже не бедный, у меня есть деньги. Ага, нормально. Я не в тюрьме. Нормально. О, жук. Капец тут жуков. Давайте, вы бьете жуков, а я все у вас тащу и продаю. И у меня уже 1800. Я все, что смогу. Все, побежали. Сейчас все продадим. Сколько? 3500. Нифига себе у меня денег, и я начинал с... Я когда-то был бомжом, ребят. Ну это хорошо, прибыльное место, слышишь? Главное это упетлять. 6 тысяч. Нормально. Я сюда вообще бомжом сюда пришел. Что это за магазин? Сейчас глянем. Человек, да? Нужна новая рука? О, я как угадал. Где тут можно научиться драться? Ну только чтоб не на жуках, которые меня сразу убьют. Хотя бы манекене. Как понять, что я качаю? Вы меня бьете, алё, ля, отхуйчили. За что, бля? Ты меня трогаешь. А, меня что, в рабство взяли? Меня прям в городе взяли в рабство. Прям в городе, ребят, в городе. Я пытаюсь убежать. Тунеядство запрещено. Беглый раб, блядь, будет пиздить меня.
Так, ладно, я загружусь, короче. А у кого я ворую эти сандалии, мне можно узнать? Где мне найти манекен бесхозный, чтобы я мог покачать хотя бы немного себе навык боя? Это кто? Это какой-то хер раненый. Его никто не видит, да? Если я его сейчас побью, то мне ничего не будет. Он тебя побьет? Ты недооцениваешь мою мощь. И да, тебе. А у меня ноль шансов его вырубить. Ударил кого-то, ебать! Впервые я смог ударить! О, больно. Ай, бля. Да бей ты! Понял, шансов ноль, нахуй. Все. Вы голодны, страдаете от истощения, уменьшается сила. Да как мне, а как мне пожрать? У меня же есть еда. Вот тут есть еще жук, я сейчас его полутаю, разведу костер, и у меня будет жареное мясо. Все, решено. У меня есть лагерь, есть свой костер. Отлично. Я пожарю себе мясо в путь и пойду куда-нибудь. О, сейчас. Да куда мясо делось? А-а-а. Все, понял. Вот это что за магазин? Это магазин? Что это такое? Прикупить себе рабов. Ах, я могу продаться в рабство сам. О, о-о-о. Отлично. Какой хороший жук. Максимально удачно, я бы сказал бы даже. Так, у меня 8 тысяч. Так, подожди, слышишь, 8 тысяч. 8 тысяч, это почти протез. Ладно, все равно я сражаться не могу. Давай тогда пойдем рюкзак купим. Это ж тут рюкзаки, вот тут. Я ничего не понимаю вообще. Это у меня такой рюкзак? Блин, ну пустыня, конечно, красивая. Это что? Железо? Это лагерь какой-то? Вот есть манекен, кого-то по***ть, нет? Я каменщик, работаю 3 дня! Главное, чтобы меня бандиты не въебали какие-нибудь. Все, короче, пойдем до хаба. Давай, пойдем. Так, это вроде не бандиты. Мне еще идти километров 200 оттуда. Вы меня в рабство только не берите, спасибо. А, беглый раб! Да я не раб, ёб твою мать! А! О, сука! Так. У него атака 12-1. У меня правая ноги скоро не будет. Да бись. Помогите. Молодцы. Братья молодцы. Помогите. О! О, шо, все, блядь? А, это все бандиты, понял. Они тоже бандиты, да ты блядь? Нет ощущения, что слишком легко. Может быть, на старте без ног? Да, легковато что-то. Прям кайфую, понял? Так легко, блядь. Мне еще не было никогда. Да, да, я понял, все. Так легко мне не было давно. О, спасибо, блядь, жуки. Жуки это заебись, чё бы и нет. Жуки, которые появились, блядь, ниоткуда и выебали меня. Замечательно. Замечательно, замечательно. Прям кайфую, понял? Так легко, блядь. Мне еще не было никогда. Я ж не какой-нибудь там казуальщик. Вот сейчас пойду нападу жирафа за душу ихнего. Так, тут где есть у вас где тут поработать? Подобывать что-нибудь? А, поработал. Там бандиты были. Да, очень легкая игра. Бля, они их пошли добивать. Я туда потом схожу. Посмотрю, мне интересно, что у них там осталось. Он ползет, ползет. Что там? Такого я точно заебшу. Избиваю, блядь. Да, это противник по мне. Покачаем боевку, ребят. Атака 4 уже. Смотри. Смотри. Ебать. Просто за милую душу вообще. Не оттащишь. 5, атака 5. Ну что там, блядь? Что ты теперь мне сделаешь? Еще аптечка. Лифчиков пособираем. Поймали на краже. Да ёб твою мать, кто? Так, ладно, не будем жадничать. Пойдем. Ого, у меня уже 8700. Бандиты? Бандиты. Уходите, бандиты. О, бандюки пошли.
А, так это те же самые бандиты, у которых жесткая броня вот эта вот. Я могу сейчас продать это все, ребят. Вы что, откуда? У меня сейчас денег хватит на протез. 15 тысяч, у него даже денег не хватит. Я сейчас... Ля, он на плечо его взял. Куда он его кинул? Где он? Куда он улетел? Опа, опа. А что такое? А что такое? А, все, бля. Ой, блядь. Посмотрим, что будет. Мне пизда. Меня отмудохали, мне это понравилось. Мне тут недалеко. Вот до сюда идти. Да, я понял, что регенерация в кровати быстрее. Чего? Где пиздец? Там жирафы кого-то пи***т. А, это Ля, это... Они все для меня враги. Нифига себе. Главное, что мне еды хватило. У меня есть небольшие травмы. Блядь. Еду забрали. Ладно, там купим. Денег много. Могу себе позволить. Главное дойти. Вот и город. Ля, я добрался до города. Я не верю в это. Я шел отсюда, с этой пустыни, до сюда я добрался. И меня сейчас отпи***. Ребят, ну сколько можно? Не ешьте меня, ебать. Оху. А, спасибо. Меня только ленивый не отпиздит на моем пути, отвечаю. Только ленивый. Пойдем к ворам. Я хочу присоединиться к ворам Шиноби. И все? Мне не надо выполнять тест или как-то себя проявлять, ничего такого? А что, похоже, что у меня есть время раздавать бесполезную работу? Нет, у нас тут не клуб по интересам, а деловое сообщество. Только единовременная оплата начнется 10 тысяч катов. Ладно, записывайте меня. Ух. А что я делаю? Все, ладно, давайте тогда пойдем посмотрим, что тут за протезы есть вот здесь. Мужиков самые отстойные протезы. Ну так нахуй сюда пришел? Иди к жукам, не хочу. Пойду туда, все. Я уже наслушался советов. Иди туда, иди сюда, потом пришел. Хуй пойти нахуй. Пойдем туда, куда идем. Опа. Ну все, мне пиздец. Опять эти бандиты напали. Ебучие. Все, это все гиблое дело. Мне надо... Вот, я бегу там, где тут какой-то шрам есть. И тут в этом шраме, на стыке, ребята сказали, что тут что-то есть. Вот, башня, 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 башня. Давай к делу. Протезы. Кенши 2 делают на Unreal Engine 5. С удовольствием в нее поиграю. Во, протезы пошли. Даже хороший. Руковорот 25 тысяч. Взлом, воровство, ловкость. Но у меня 25 тысяч, мне не хватает. Придется поработать. А, левая нужна. Блять. Только правые руки. А, вот левая. Левая только такая. Сука. Да что же это такое, а? Минус 14, минус 22, минус 22. Обычная рука скелета, несмотря на то, что им несколько тысяч лет, экземпляры, дошедшие до наших дней, в хорошем состоянии могут быть даже ловче человеческих рук. Суровый мир не для левшей. Ладно, возьмем левую руку. Просто кусок дерьма. О, у меня есть рука. Ёбаный. Ура, победа. Сильверхенд получается. Все, ищем, получается, какого-нибудь бандита. Несем его к этой базе. Попробуем сейчас их одного ударить и убежать. Эй, вспыльчивый хуйлопан кричит на меня, слышишь? Пиздец, я никогда не смогу побеждать их. Я не могу их даже ударить. Я ни разу еще не ударил. Ударил, ебать, я ударил еще раз! Нихуя себе! Я отвечаю, сейчас ногти начну грызть. Это какой-то тотализатор, блядь. Это гениальная игра, отвечаю. Ля, мы с ним пить до утра, уже рассвело. У меня с левым блоком очень плохо почему-то. И с грудью. И вообще больно стало. Не, посмотри, левый блок стал лучше. Охуеть! Господи, какой пот. Пойдем, тебя буду. Блять! А, не бегут больше. Давай, ребят, давай за мной. А, они с арбалетами. Вот почему они не бегут. Потому что они с арбалетами. Им бежать и не надо. О.
Тихо. Они уже просто троем, их уже трое. Давай, ребят, давай. Чё вы остановились? Давай. А чё, не хотите, да? А как так? Нифига себе, думал, он с арбалетом будет. Что-то я его мощно приложил. Я победил второго! Все, сейчас мы починимся, похилимся, его полечим и будем бить обратно. Братанчик, я тебя сейчас полечу, но благородство играть не буду. Побудешь моей куклой для битья, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро я тебя отпищу. Полевой медик 8. И вот я сейчас этим занимаюсь, я прокачиваю ее, прикинь. Просто прикиньте. Да, я его... А, вот правая рука, голова. Он притворяется. А, он без сознания. Все, ждем. Готово. Мы готовимся. Сохраняемся. Кома до поправки. Вам если слишком много урона, вы не подниметесь на ноги. Пока все важные части тела не восстановятся. Да. Отнести его на кровать. Ах, я под базу пришел. Тут и базы-то и нет никакой. Я прям чувствую, насколько я хочу продолжать. Ладно, все, давайте, я этот. Все, давайте, не прощаемся.